Всем привет, друзья! И сегодня мы с вами проинспектируем салон автомобиля и остановимся на проблеме грязного и пыльного ковролина. Итак, это снова школа ГРАЗ Авто. Чтобы избавиться от этой проблемы, мы будем использовать универсальный пенный очиститель. Но для начала пропылесосим ковролин. Использовать средство просто. Достаточно распылить его на обрабатываемую поверхность, выждать 30-40 секунд, после чего удалить образовавшуюся пену влажной тканью или губкой. По завершению очистки необходимо протереть поверхность насухо. Ну вот и все, друзья. Если у вас остались какие-либо вопросы, пишите их в комментарии, и мы постараемся на них ответить. И помните, ухаживайте за своим автомобилем, и он обязательно ответит вам взаимностью.